Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня для всех мужчин сперматорея. Это частое выделение спермы непроизвольным способом. Ну вот человек пошел, мужчина, в туалет по-маленькому, начинает испражняться и видит, что первые капли пошли спермы. А потом идет моча. Как можно объяснить это? Объяснить одно. У вас очень сильные почки. И ничего вы не поделаете. Знаете почему? Только потому, что почки – это наследственный орган. И вам передали такую наследственную энергию. Пока вы не очиститесь, здесь вот я могу сказать с полной ответственностью, ничего не получится. Почему? Потому что вот нужно выйти этой энергии. Скажите спасибо, что она безболезненно вот так вот выходит. Потому что у некоторых мужчин она выходит так, что он говорит, скажем так, хлопает дверью, да и лутки вылетают. Все, понятно, да? Потому, мужчины, смиритесь, у кого есть такой негатив. Потому что, да, иногда это болезненный процесс, у мужчин мы не сказали, это часто выделили. Иногда это может быть очень болезненным, иногда это может быть очень неприятным. И это приносит дискомфорт, особенно мужчине. И некоторые мужчины задают многие вопросы, на которые ответ получить не могут. Ну, помните, у вас такие почки. Ничего вы поделать не можете. Вот и все. Единственное «но». Акупунктура вам в помощь. Почему? Она может снять, ну, скажем так, не 100% негативный процесс этого всего извержения семени непроизвольным способом, а просто помочь, что этой энергии, ну, скажем так, не в два раза быстрее выйти, а помогать ей выходить с ваших почек. Вот и все. Данная точка В23 Шиншу расслабляется. Спасибо за внимание.